по поводу национализма, то есть нацистов, то есть это очень большая проблема в Украине, отношение к русскоязычным. Вот еще один из вопросов, как мы тут живем. Россия поставила себе бланк «Марс наш», да, то есть вот эта планочка. Всем привет из Киева. Сегодня 23 марта, решили снять еще один ролик. Сегодня будет минимум информации про теплицы, мы решили рассказать немножко о том, что у нас происходит. Итак, первый момент. Это по поводу отношения к русскоязычным. Все, кто меня смотрят уже много лет, нашему каналу это более 4 лет. Здесь у нас уже 29. Я не украл, меня угостили с теплицы. Все знают, что мы рассказываем на русском языке. То есть мы находимся в Киеве и все наши ролики выпускаем на русском языке. Для того, чтобы максимально расширить аудиторию, с учетом того, чтобы покрыть все русскоязычное население постсоветского пространства, а это порядка 350 миллионов, мы старались делать наши ролики на русском языке, так сказать, более доступно. И к нам никогда не было претензий. Мало того, мы строим теплицы по всей Украине. То есть вот сейчас проекты, которые мы строим во Львове, в Ивано-Франковске, Опишне, это под Полтавой, Запорожье, под Киевом и прочие, то есть это объекты пока что какие-то заморозились, какие-то продолжают строиться, то есть нету никогда, не было проблем с русскоязычным населением, и ты можешь говорить на любом языке, то есть русский, украинский, если ты говоришь на русском, человек может подстроиться под тебе, то есть или наоборот, поэтому проблем с русским языком у нас нету, то есть в Киеве очень многие говорят на русском языке, то есть говорили на русском языке, сейчас будет обратная реакция, сейчас мы будем говорить все больше и больше на украинском языке. Что можно сказать, то есть я родился еще в Советском Союзе, это 81 год, вырос в Кривом Рогу, учился, то есть это была русскоязычная школа, потом Криворожский технический университет, то есть тоже вся база техническая, осталась Советского Союза, она тоже была на русском языке. То есть мы обучались, учились на русском языке. И сейчас, в принципе, то есть где-то процентов на 70 общаемся там на русском языке, процентов на 30 на украинском. Но с учетом того, что происходит, вот, к примеру, наши дети уже говорят максимально на украинском языке. То есть украиноязычная школа, то есть мы с ними говорим на украинском языке. То есть следующее поколение, то есть, которое подрастает, они уже на 70% говорят на украинском, на 20% всего лишь на русском и на 10% на английском. Поэтому проблем с русским языком в Украине никогда не было. Сейчас могут появиться проблемы, но они вызваны именно агрессией русских, которые пришли к нам. По поводу национализма, то есть нацистов, то есть это очень большая проблема в Украине, потому что, то есть, нормальный украинец, который живет в Украине, он не знает, он никогда не видел нацистов, бандеровцев. То есть, возможно, они есть, их там 10 штук на Украине все, и их все снимают на каналах ОРТ и прочее, прочее, прочее. Потому что в жизни обычный украинец, а я встречаюсь с очень многими людьми, то есть мы ездим по Украине, встречи, переговоры, то есть проекты толкаем, то есть все, то есть, ну, нету такого, вот не пересекаемся мы с нацистами, с бандеровцами. Это вот придуманный, так сказать, класс украинцев, которых максимально раскручивают. Вот. Если взять, что нацисты – это те, кто кричат «Слава Украине!», ну, сейчас тогда это 92% населения, которые будут ходить с украинскими флагами и кричать «Слава Украине!». Еще один такой фактор – это, как часто россияне называют, мы вас освобождаем. Освобождаете от чего? От цивилизации, от ресурсов. То есть, вот смотрите, давайте так. Первый вопрос, какая у вас зарплата сейчас? То есть, с учетом того, какой сейчас курс доллара, да? То есть, вот давайте к нему привяжемся, потому что как бы мы ни хотели, все равно есть эта привязка. То есть, и напишите в комментариях, какая у вас зарплата. Я искал в ноябре, в декабре конструктора, то есть добавить еще одного конструктора. Вот вам показатель. В Киеве, к примеру, около 1000 долларов – это та зарплата, которую может потребовать квалифицированный специалист. А очень хороший специалист будет еще больше требовать. И это естественно. То есть, почему вопрос о зарплате? Да? То есть, если вы хотите нас освободить или что-то новое преподнести, то подход должен быть чуть-чуть другой. То есть, почему мы стремимся в Запад? Кстати, не только мы стремимся в Запад. Посмотрите на российскую элиту. У них все дети учатся, то есть в Европе, то есть
где сейчас находится дочка Пескова, да, то есть, ну, это просто первое, что пришло, вот, где она, то есть, в России или где. Так же самое, если пройдитесь по всем высоким чиновникам и олигархам, то есть, они все живут частично на Западе, потому что там уровень жизни выше, зарплаты и все прочее, прочее, прочее. То есть, чтобы к тебе тянулись, у тебя показатели и все прочее должно быть выше. К примеру, там, где вы помогли, да, то есть создали ЛНР, ДНР, какие там зарплаты? То есть, какие зарплаты у конструктора? Вот дайте мне, пожалуйста, информацию, какая зарплата у конструктора, у менеджера по продаже вот в этих республиках. То есть, если туда пришла Россия, то она, то ДНР, ЛНР должна была типа расцвести, я так понимаю, как бы, и там должны быть высокие зарплаты, там это должна быть витрина, получается. То, что я слышал, это 100 евро, это супер классно. Поэтому 1000 долларов и 100 евро, ну, честно, мы не хотим такого. Это вот еще один из вопросов, как мы тут живем. Далее, отношение того, что происходит сейчас в Украине. То есть, вот рассказываю про себя и как это все происходит. То есть возьмем даже вот ситуацию военную. То есть какое наше отношение? Первое. Все российские войска, которые к нам зашли, это оккупанты. Мы их не ждали, мы их не будем ждать с цветами, то есть с коктейлями, пожалуйста. То есть welcome to Киев на коктейльную вечеринку. То есть это будет ждать каждого русского, который сюда зайдет. Поэтому я сейчас нахожусь в Киеве, то есть в нашем офисе. Мы стараемся настроить работу, если будет получаться. Очень сложно в целом, но нам нужно работать. То есть где-то идут на окраинах стрельбы, то есть шумы, военная тревога, вот, но в целом мы пытаемся работать, то есть получится, не получится, не знаю, но в целом такая ситуация. И когда мы смотрим, что происходит на фронтах, убираем каналы, которые нам что-то рассказывают, я вижу следующее, то есть 23 дня, то есть Киев как стоял, так и стоит. Харьков, Мариуполь, Сумы, Чернигов, они все стоят. Да, их стирают с лица земли. То есть город Ирпень, в который я приехал после Кривого Рога и очень долго жил, то есть его уже, можно сказать, нету. Квартира, которая у нас была, у нее уже тоже. То есть коробка есть, но там уже практически ничего живого нету. То есть, и после этого вы хотите, чтобы украинцы хорошо относились к русским? Ну, это как бы... Ближайшие 10-20 лет такого точно не будет. Русские войска пришли к нам. То есть не мы пришли к русским, а они пришли к нам. То есть с оружием в руках. То есть они однозначно оккупанты. Мы не нападали на Россию. Мы не убиваем мирное население России. Мы не стреляем по городам России. То есть это все делают русские. Русские войска, которые пришли к нам. Поэтому у всех украинцев, которые... понимают, что тут происходит, у всех отношение к русским очень плохое. Чести русским однозначно не будет во всем мире даже, то есть, потому что нет большого подвига напасть на страну, которая в 30 раз меньше. Да, то есть, но при этом эта маленькая страна дает хорошо по зубам. Уже почти месяц идет война, и крупных городов не взяли. Понимаете, я как бы больше инженер-конструктор, то есть люблю делать, разрабатывать конструктивы, то есть больше инженер-конструктор, чем, к примеру, бизнесмен и предприниматель, да, то есть проект «Экотеплица» — это непосредственно мой. И как по мне, то есть настоящий цивилизованный мир должен стремиться созидать. То есть мы выросли, я вырос непосредственно на книгах Головачева, на фантастике, то есть Станислав Лем, Головачев, Роджер Желязный, Кир Булычев, то есть книги, которые в нас пробуждали желание, то есть строить, искать новые горизонты, новые возможности. То есть. А сейчас что происходит? То есть, лично вот моя мечта, то есть самая большая мечта, которая есть, так сказать, целью моей жизни, это строить теплицы на других планетах, создавать оазис живого среди мертвого. Сейчас же русские создают мертвое среди живого, то есть ракеты летят, уничтожают, то есть города просто-напросто выжигают, то есть население убивают. Ну, как этим восхищаться? То есть, вот если бы Россия поставила себе бы планку «Марс наш», да, то есть вот эта планочка, вот, и все те ресурсы, которые сейчас идут на войну, потратили бы на эту программу, то есть «Марс наш», россиянами бы восхищались. То есть восхищались так, как Гагарин, который первый полетел в космос.
Сейчас по поводу того, кто первый полетит на Марс, ну, мы прекрасно понимаем, кто это будет. То есть пока на Украину летят ракеты самого различного формата и самого различного калибра, да, то есть НАСА готовит космический корабль, огромнейший, самый большой в мире, космическую ракету, которая полетит в космос. Вот предназначение человека. Не разрушать, а создавать. Искать новые горизонты, покорять новые горизонты. Это наша, так сказать, миссия нашей цивилизации – развиваться. Поэтому прежде всего это видео для тех моих подписчиков, которые смотрят в России. Это крик души, то есть, потому что ну, война это никому не нужна прежде всего. То есть, она не нужна ни вам, ни нам. То есть, гибнут тысячи людей и с той стороны. У меня есть знакомые друзья, которые сейчас в Збройных силах Украины. Это очень хорошие люди, которые могут принести огромную пользу цивилизации, да, там, создавая какой-то продукт, что-то новое. То есть, а что они, куда они сейчас тратят свои силы, усилия и прочее? Поэтому огромная просьба к вам, к россиянам. Делайте все, что можете для того, чтобы остановить эту войну. То есть, она не нужна никому, кроме одного человека, который это все затеял. То есть, и вы знаете, кто это. Поэтому давайте действительно жить в гармонии с природой, с природой в ритме прогресса, а не делать все наоборот. С вами был Александр. До новых встреч. И всего наилучшего.